Наша команда, ты, я, Алексей Савельев, Маргарита Алексеева, проделали гигантскую работу. Для чего? Как ты считаешь, что мы пытались донести до зрителя? Основная наша идея. Сегодня мы имеем такое повышенное внимание со стороны государства к вину. Это видно в каждом, там, снимаются фильмы. В основном они касаются такого вопроса, что вот есть потребитель, который не знает, что есть российское вино, ему надо об этом все время говорить, напоминать, доказывать, что есть вот виноделы, есть виноград, производится вино. Но никто не думает о будущем, да, потому что сегодня, ну, все узнали, что есть вино российское. Оно на полке стоит, таблички «Дни российских вин». А почему вдруг он начнет его с полки тянуть, потребитель? Почему он его возьмет и положит вот в эту супермаркетную тележку? То есть все объясняют, что вино есть, а почему он должен его покупать, никто не объясняет. И как сделать виноделу так, чтобы у него был рост продаж, чтобы виноделие было перспективной бизнес-отраслью? Вот на эти вопросы мы попытаемся найти ответы. Ну и, конечно, все равно мы продолжаем эту тему, которую ведут и все. То, что в России есть вино, то, что оно качественное. Мы понимаем, что винодельни есть, это успешные проекты, это талантливые, героические какие-то одухотворенные люди, которые производят вино и делают это очень хорошо. Но при этом мы знаем, что есть огромная страна, которая до сих пор российское вино не пьет. Вообще мы предпочитаем итальянские вина. Мы сами из Сибири. Те вина, которые российские у нас продаются, я считаю, что это не вина. Поэтому мы приехали вот здесь вот попробовать именно какие должны быть настоящие. Надеюсь, что в этом магазине настоящие вина российские. Сейчас инициированы важные меры со стороны государства. Принят закон, который увеличил спрос на вино ЗГУ. И по моим данным, недавно у меня был такой приватный разговор, одна винодельня, всем хорошо известная, увеличила свои продажи буквально в 2,5 раза за последние месяцы. И они даже побаиваются, что вино может закончиться к Новому году. А это не прорыв, как ты считаешь, для российского виноделия? Я опасаюсь, что этот всплеск, он искусственный, и за всплеском последует снижение спроса. То есть это, в этом есть большая опасность для развития правильного рынка. Вот, потому что сейчас сети из-за вот этой ситуации с вино-не вино, они как бы балковые вина перестали брать вообще. Ну, как сказать, это же наш коммерсант российский. Он в любой ситуации привык выворачиваться. Поэтому сейчас, когда он понял, что ему надо ставить на полке вино, а у него 2/3 того, что у него было раньше, это теперь не вино. Конечно, кому понравится, когда ты приходишь, когда в твою сеть приходит покупатель и видит огромную табличку «не является вином». Конечно, ну, это никому не нравится. Они набросились на ЗГУ, каким бы оно там ни было. Они сейчас ЗГУ выберут, но параллельно, как я уже говорил, они начнут работать над собственным импортом. А что такое импорт, да? То есть импорт является вином, но они могут этот же балк разлить в любой близлежащей стране. Появятся белорусские каберне савиньоны и шардоне, которые приедут сюда и будут здесь являться вином. И это в целом российская полка уменьшится, потому что раньше был балковый продукт. Вот, он как бы вот эту российскую полку выравнивал, и он был там, грубо говоря, по цене такой там 100, 150, 200, 300 и так далее. А сейчас у нас получится только будет ЗГУ возиться, ну, это моя гипотеза. И за счет того, что только ЗГУ, цена будет там от 500. А рядом вдруг стоит молдашка, так ее назовем, смуглянка-молдаванка, которая будет стоить 200 или там 300, и люди будут брать, потому что у них нет 500 рублей на вино, понимаешь? И тогда вот эта вот стартовая ступень для потребителя и самые большие объемы, потому что все равно, как-то не крути, самый большой объем дает 300-рублевое вино.
или там 200 или 100 рублевые, они будут принадлежать уже не России. Для этого он должен попробовать прийти и зайти в магазин, попробовать посмотреть на полки и купить и попробовать наше вино. А для этого оно должно стоять на полке. И чтобы нас, малышей, пускали как раз в те сети и в те магазины, в которых простой работяга может купить это вино в эконом-классе. И чтобы мы могли выпустить вино по стоимости эконом-класса, а не по стоимости премиальной бутылки. Потому что купить вино по премиальное вино простой россиянин просто не может себе позволить. Он, может быть, и хочет, но позволить не может, потому что этих денег у него нет. Ну а какая честная цена за бутылку российского вина должна быть на полке? Я считаю, до 400 рублей. 400-600 рублей. От 400 рублей, до 400 рублей это нормальная цена, которой любой россиянин может купить себе эту бутылку, позволить купить. Если я предположу, сколько в России один потребитель тратит на вино, то, наверное, в среднем это будет на полке, сейчас я вам скажу, сколько. Это будет, ну, что-то между 300 и 350 рублями. Ну, как продвигать российские вина? Вот один из способов продвижения, там, кстати, будет несколько пунктов даже, наверное, способов продвижения. Но вот один из способов продвижения, все-таки, я понимаю, что совет в никуда, но не задирать цены. Смотрите, что сделал закон и вот эта ситуация. Сейчас у ряда производителей, как мне кажется, может быть такое, легкое провокативное мысль. Головокружение, от успеха. Не хотел это слово говорить вообще, на тот период вспоминать. Это провокативная мысль, что сейчас же все поднимется в цене, да? И поэтому можно немножко, 20 рублей, 30. Послушайте, 20 рублей, например, на цене 330-350 не так повлияет, как в цене, например, 390-415. Да? Вот я считаю, что очень много российских вин переоценены. Есть недооцененные. Но большинство российского вина на сегодняшний день переоцененное. Когда мы даже переводим это, самый простой вариант, это, скажем, мы переводим это в валюту. И получается, что 750 рублей, те же 10 евро. Это достаточно хорошая цена для такой страны, как Испания или Каталония, где я очень долгое время жил и достаточно хорошо знаю этот рынок. Понятно, что в этой категории должны уже быть вина, которые с выдержкой, интересные и прочее. И, к сожалению, на рынке ожидания производителей, из-за того, что у производителя очень высокая себестоимость, они немножко завышены. Это отчасти неизбежная ситуация, что цены высокие, потому что себестоимость высокая. Вот я всегда говорил и продолжаю говорить, и это видно и очевидно у всех, что, к сожалению, сделать вино в России намного дороже, чем его делать в той же Испании, или в ЮАР, или даже во Франции во многих инстанциях. Так вот, несмотря на то, что сделать дороже, приходится и надо все-таки принимать, что придется какое-то время продавать вина с минимальной маржой и рассматривать рынок как низкомаржинальный, такой долгоиграющий, который должен еще сформироваться и прочее. Я призываю многих производителей как раз немножко подумать о своем позиционировании визави многих компаний, которые прошли через вот этот период, когда были большие амбиции, а потом началась реальность, и люди начали просто по-честному оценивать себя. Обычно производители вина не любят это говорить, но это истина. Нельзя сейчас все просто взять и отрубить весь импорт и открыть дорогу всей России. Потому что это же бизнес.
бизнесу нужна здравая конкуренция. Да, конечно. Вот. Когда ты с кем-то конкурируешь, ты следишь за качеством и за ценой. Когда у тебя нет конкурентов, ты можешь особо не следить за качеством и делать что угодно с ценой. Поэтому тут надо очень аккуратно с этим работать. Вот я сказал уже об опасностях, которые существуют. То есть мы, в принципе, можем столкнуться с тем, что российское вино поднимется в цене и окажется в конкурентной среде, в которой ему очень трудно будет выдерживать этот баттл. Ну и если, конечно, не введут какие-то еще дополнительные пошлины, а это еще хуже будет, потому что народ просто вообще перестанет пить вино, вот мне так кажется. Он просто будет разводить виски колой, водку апельсиновым соком и пить вот эти напитки, потому что, ну, как сказать, ну, вино, уйдя из определенной ценовой группы, они просто потеряют к нему интерес, просто потому что оно им недоступно. Ну, в первую очередь, для успешного проекта любую возьмем сферу бизнеса, не только вина, нужно завоевать доверие покупателя. Вот ты как производитель, ты должен максимально угадать, что хочет твой покупатель. В Китае вообще никогда не пили вино, да? Но как только Китай начал развиваться, как только уровень жизни людей стал повышаться, люди бросили свои жуткие напитки. Если ты был там в Китае, да, знаешь, что там пили раньше. Да, это же вообще даже нюхать нельзя было, да? Не то, что там заглатывать. И сейчас они вот скупают вино по всему миру. Они у Франции уже практически скупили, да? В Аргентине, когда я жил, там тоже пол Аргентины они скупали. То есть, представьте, 2% китайцев начнет пить вино. Тут вообще во всем мире вина не хватит. Вот. Так вот, уровень жизни очень сильно влияет на потребление вина. То есть нам надо уровень жизни в России поднимать, чтобы люди хорошо жили, зарабатывали хорошо. Тогда они будут стремиться к хорошим напиткам, а хороший напиток – это вино. Давай. Первое – это все-таки благосостояние народа. Да. Будет благосостояние народа, люди потянутся к вину и будут искать что-то хорошее и классное. Но при этом мы должны дать вино. Должны дать вино. Должны дать, наверное, вкус к жизни какой-то, конечно, потому что люди, они, ведь вино само по себе редко бывает, это обязательно же какой-то. Ну, на последние деньги хорошее вино не будешь покупать? Наверное, нет. Поэтому должно благосостояние подняться людей. У нас пока еще очень низкое благосостояние, поэтому нет востребованности на хорошее вино. Ну и патриотизм должен быть. Все-таки вот вы в Италию приезжаете, вы же не пьете французское вино в Италии, правильно? И итальянцы не пьют французское, а пьют итальянское. А во Франции пьют только французское. В Аргентине пьют только аргентинское, в Чили – чилийское. У нас почему-то в ресторанах на 90% все импортное, а русского почти нет. Первое – увеличить их благосостояние, поднять уровень образования, ну, он следует за уровнем жизни, и освободить вино от запретов на рекламу. Вот единственное, что я хочу сделать, вот неважно как, через порнографию-то продвигать, через, там, не знаю, вот без шуток, это все нужно делать так, нужно найти своего клиента там, где он есть, там, где он живет. И это нужно будет, как бы, придумать форматы для того, чтобы как-то вовлечь молодежь, потому что молодежь сейчас за счет эффективного маркетинга Diageo и прочих зарубежных компаний, оно потребляет что? Пиво, потому что 70% российского рынка – это пиво, зарубежное, имею в виду, это все зарубежные компании. Молодежь потребляет крепкий, в основном текилу или там какой-то виски, очень сильно на подъеме. И это все, понятно, сделано благодаря шикарному иностранному маркетингу в России. И мы как-то не можем до этой публики добраться. Вот все эти традиционные методы продвижения, они объективно очень тяжелые для такой молодой, с точки зрения виноделия, страны, как Россия. Потому что, ну, есть такой эффект crowding out, да, очень тяжело будет в традиционных медиа перебороть
намного более опытных, намного более денежных зарубежных производителей, потому что... И производители крепкого. И производители крепкого в том числе, но это все-таки, там есть государственная политика в том числе, это, за этим стоит реально государство. Вот во Франции приезжаешь в Бордо, и там просто реально государство занимается продвижением Бордо, потому что оно понимает, что это главный способ вырастить экономику в этом регионе. Что бы еще могли бы производители или наши регуляторы сделать, да, как говорил? Ну, смотрите, столько уже вещей сделали в рамках закона, но столько требований новых появилось. Да? Но как с рекламой быть? Ну, тут то, что пока разрешено, ну, это пока недостаточно. Ну, вроде уже разрешают. Но это крайне недостаточно. Вина российские необходимо разрешить к рекламе. И в журналах, не знаю, на баннерах. Ну почему мы прилетаем в Бордо? Вот мы все обижаемся, почему французские вина любят у нас, да, или испанские, или итальянские. Да вы прилетаете в любой аэропорт, в винопроизводящий регион. Что там увидите первым? Нет, не Милано, да, а вы увидите бутылку вина. Вы увидите бутылку вина в Бордо, в аэропорту там. Ну, я не очень много летал. К сожалению, за границу мало был в Европе, но везде, да, конечно, но везде, где я бываю, ну, везде мы видим правильную работу с брендингом региона, с брендингом производителя, ну, вина своего, ну и так далее. Да. Вот, и у нас вот эти вещи, они, ну, пока идут в отрыве от закона. Закон выделил российское вино. В любом случае, это уже, ну, прекрасно. Но теперь необходимо, ну, более, как сказать, профессиональные, более рыночные методы брендирования и продвижения российского вина применять, а не думать, что вот сейчас мы потребовали выложить отдельно, и все будет прекрасно и замечательно. Естественно, фестивали это и есть продвижение, это и есть реклама. И в свое время мы их начали как гаражное движение, как фестивали гаражного вина, потому что тогда еще не было вот этого разрешения фермерских лицензий. Мы, в принципе, этими фестивалями хотели достучаться до правительства, до Минфина, до РАРа, что нам нужна площадка, на которой мы могли легально работать. Но, честно говоря, мы достучались. Мы получили право получать лицензии. Мы вот сейчас уже фестивали это легально, мы уже с марками, ну, большинство, по крайней мере, мы уже фермеры. У нас есть уже 10 лучших фермерских виноделин. Это тоже из этой же области. Мы теперь начинаем продавать. То есть мы теперь учимся продавать. То есть производить мы научились, виноград сажать мы научились, вино делать, выдерживать бучки научились, нужно научиться продавать. Потому что мы не хотим продавать в сетях. Ну, нас там особо никто не зовет. Рестораторы тоже как бы очень холодно к нам относятся, потому что у них есть определенные бренды. Хотя вот губернатор Кондратьев сейчас сказал, что на первой странице должны быть русские вина. А потом уже там вот 20 русских вин, а внизу там какое-нибудь итальянское или французское. Я очень горячо это поддерживаю, это начинание. Это правильно. Наша открытость, наша натуральность именно о том, для того, чтобы люди понимали, как это все происходит. Потому что за занавесом незнания обычно люди фантазируют себе какие-то вещи. И когда приоткрываешь двери винодельные, люди понимают, что так вот как это делается. Да? То есть это вот об этом. Наша инстаграм-страница, наши социальные сети именно об этом. Что ты думаешь, что, как надо, что нужно сделать, чтобы, как надо себя вести, чтобы эти люди постепенно, ну, понимали? Люди, которые когда-либо приехали сюда в этом году, даже если они не верили в российское вино, они начинают верить. Это, то есть ты готов работать вот этой волшебной палочкой, да, которая превращает неверующего в верующего, да? И это, в общем, на самом деле самое простое, да, и такое... Ну, плюс ко всему, что я знаю, что вы проводите фестивали. Сколько раз они в год проходят? Раз в год у нас фестиваль. Это фестиваль молодого вина. Угу. Молодое вино пока что. Сколько раз в год? Здесь, порядка 3000 человек мы за 2 дня собираем. Это в Новороссийск в основном? Нет, у нас приезжают и из Ростова ребята, и из Москвы, и из Центральной России. Ну, наверное, половина
разумеется, это местные, ну, не Новороссийск, Краснодарский край. Первое, я думаю, что Франция – это не самый лучший пример, касается рынка, потому что ты прав сказал, не везде во Франции пьют вино, и в Бордо пьют особенное вино из Бордо. Бургонь, вино из Бургонии, и наоборот, только элитный или гурман, или любитель пьют вино из весь Франции. Больше и больше, потому что меняется тоже традиция. Мы меньше пьем, что жить, а живем, что пить. Лучше взять рынок более динамичный, как в Англии, например, где они более открыты впервые. И они готовы пить разные вина, разное время. Первый вход на рынок это может быть сортовое вино. Из-за этого надо обязательно, что когда пишут сортовое вино, что действительно люди нашли типичность этого сорта. Узнаваемое. Да. А сорта у нас, к сожалению, еще не определены, и, может, к счастью, что не определены. Поэтому мы все экспериментируем. Мы не знаем, где, на какой земле, что произрастет. Мы только начали сейчас сажать хорошие виноградники. Вот, слава богу, что Горбачев их уничтожил, потому что ничего хорошего не было. Но с этим уничтожением, если мы сразу начали сажать новые виноградники, то было все нормально, мы не потеряли тех людей, которые умеют ухаживать за виноградниками. Mm-hmm. А самое страшное, что мы потеряли коллективы, которые могли вот вести это все виноградарство, винодельня. А то, что мы сейчас с Европы привозим самое лучшее, что есть в мире по клоновой селекции, по технике и все остальное. Вот. Ну, многие европейские виноделы не могут себе это позволить, потому что виноград посадили 70-100 лет, и хороший виноградник растет. Ну, может, а за 100 лет столько происходит в мире науки виноградарской, что ну, вот мы сейчас на пике вот, создания новых виноградников. Поэтому и тут вопрос в чем? Наши виноградники через 10 лет будут шикарными. Вот сейчас они выходят на пик. Многие виноградники уже 10 лет назад посажены новые, да? И вот сейчас через 2 года, через 3 года мы увидим очень много великих вин, которые производятся в России. Благодаря тому, что мы начали самое лучшее брать с Европы. Слушай, а можем мы выбрать какой-то сорт, который ну, будет таким, ну, даже не послом во всем мире, там, но пальчик? Красностоп. Красностоп. Красностоп, да. Вот, а мы можем его делать в большом количестве в России, чтобы его и наши люди тоже пили? Нет, его только вот производит Раушеда, но Раушеда, к сожалению, запрещен. Он очень сложный сорт, с ним очень тяжело работать. Там особые емкости надо, да? Особая технология нужна. Не каждому хочется эта технология работать. Угу. Слишком много танинов в этом сорте. Там, и много такой сложный виноградник. Да? Но у нас нет питомников его серьезных, которые бы точно давали безвирусность, ну, чистоту сорта и так далее. Понятно. То есть пока тиражировать рано его. Тиражировать рано. Представьте, вот мне, я хочу 100 гектар посадить. Ну, а это ошибки все эти на 100 гектар. А это 400 тысяч штук. А у нас в Ростове питомник 100 тысяч только один. Били и будет Каберне Мисрако, Каберне де Талю, Каберне Совиньон, действительно, он и есть. Это сорт, который узнаемый, который все нравится, они знают стиль, и для этого надо работать. Donc это первая степень. Потом люди достаточно открыты. Нельзя сказать, что в России не знают, и из-за этого будут пить только традиционные вины. Можно действительно делать странные вины и предлагать много экзотики. Но для экзотики, конечно, рынок совсем маленький. И это типа нишевая позиция, которые будут занимать или занимают уже мелкие пропriétés. Очень специфичные, тонкие вины. Как, например, Красностоп, я называю это экзотика, потому что вы не можете только производить Красностоп и жить с этого. Но это позиция, которая мне кажется нам нужна. Типа,
Первый аспект – это узнаемые международные сорта, а следующий аспект – это будут местные сорта, которые можно продавать как основные, как уникальные. Да, мы пишем, что это Sauvignon Blanc de Mantovani, и как бы пытаемся это продвигать как некое свое видение. Мы делаем же Sauvignon Blanc под брендом Ликурия и под другими брендами, других стилистик немножко. Я считаю, что чисто импортозамещать, то есть думать только о своем локальном рынке, это правильно, с одной стороны, но это не долговечно и это не интересно с точки зрения там, развития хозяйства и, я бы сказал, на глобальном рынке. То есть, да, мы делаем савиньоны в разных стилистиках. Да, я даже делал савиньон в амфоре. Я понимаю, что в основном потребители этого савиньона будут в России. Но когда мы начали выходить на глобальный рынок, ну, на экспорт где-то года три назад, тогда вот стало очевидно, что, к сожалению, многие вещи ты не можешь предлагать, потому что, ну, это уже такой достаточно конкурентно сформировавшийся рынок. И оттуда и родились идеи все-таки работать не просто с автохтонами, потому что здесь мы на Кавказе находимся, и автохтоны, они кавказские. Для меня локальный сорт – это саперави, например, или тоже мцвани. Для меня красностоп или сибиряковый – это не локальные сорта, это донские сорта. И они здесь не так хорошо адаптированы, и в моем понимании они не очень хорошо получаются здесь, на Кавказе. Так вот, когда мы начали работать с кавказскими сортами, также есть все-таки страны, как Грузия, которые на глобальном рынке уже хорошо себя заявили за последние несколько лет. И когда ты приходишь, не знаю, там, в Швецию, как был пример, да, они говорят: Миш, вот знаешь, нам лучше будет Каберне Фран продавать твой, потому что он с характером и он отличается, нежели Саперави, потому что, к сожалению, Саперави это рынок, который уже перенасыщен грузинскими предложениями. Можем ли мы считать, что, например, союз Sauvignon Blanc и Мцвани, это, ну, Sauvignon Blanc становится таким проводником к потребителю, да, то есть вот ему интересно, он знает Sauvignon Blanc, тут он видит второй сорт и покупает, и как бы потом заинтересовывается уже вторым сортом. Мне кажется, что этот путь как раз и выбрали греки, и по мне также, то, что вот Sauvignon Blanc – это только безопасная история, Мцвани – что-то новое, и вот в союзе, я согласен, они являются проводниками. Да. А вот наоборот, да. Обратиться к внутреннему рынку, сделать один международный сорт узнаваемый, да. И сделать его хорошо. Франк, он более гибкий. Да, более гибкий. А он хорошо выживет, когда засуха, он цикл чуть короче, поэтому даже на зоны, где солнце будет поменьше, или поздняя зона, он будет до конца. Он более зеленый, цветочный, чем Каберне Совиньон. Да, да. Из-за этого, чтобы продавать Каберне Франк, тоже сложнее немного. Он менее округленный, он более приятный. Я думаю, Бордо Бленд – это один из выходов тоже. Пока большинство называют красностоп, хотя, в принципе, у меня есть своя идея на этот счет. Я считаю, что мы должны объединиться Черноморским бассейном, скажем так, и продвигать как национальный сорт саперави. То есть пока саперави, ну, вот Володя Гунько говорил о том, что саперави стал международным сортом. Но это не совсем так. От того, что Сангиовезе делает Ванда Батнарь, от этого Сангиовезе не перестает быть итальянским автохтоном, правильно? То есть такая же история с саперави, да? То есть саперави, он, это наш сорт. Он черноморский сорт. Он, ну, понятно, что он родился в Грузии, но при этом его делают все страны. Его делает Украина, Молдавия, его делает Россия, в том числе и Крым. Его делает, конечно же, Грузия. Вот. Поэтому и он значительно более узнаваем за рубежом. И мы, в принципе, могли бы все делать саперави, во-первых, потому что большинство виноделов
в России, уже знают, как с ним работать. По Саперави есть чистый клон, который Раушеда выработал, да, то есть, и, в принципе, без этой вот внутренней ревности к тому, что это якобы, ну, не якобы, это грузинский сорт, мы могли бы просто делать Саперави, потому что он получается практически у всех хорошо, о чем говорят результаты дегустации международных конкурсов по той же Фанагории, по 100 оттенкам красного, то есть когда лучшее Саперави Восточной Европы, лучшее вино Восточной Европы, это было Саперави от Фанагории, да, то есть и вполне возможно, мы уже сделали много шагов для того, чтобы Саперави был узнаваем. Надо договариваться, надо делать Саперави форумы, вот, ну, какие-то, я бы поставил на Саперави, потому что и почему бы, какая разница, что это грузинский сорт? Ну и что, а Легате французский? То есть, как бы, ну, Каберне Совиньон тоже французский там. Что там еще у нас тут активно высаживают, да, там? Ширазы, Сира, французский сорт, опять-таки. Ну, возьмем грузинский сорт и будем его пропагандировать и развивать. Вот как бы такая история, но это мое сугубо частное мнение. Внешний вид и упаковка влияют на продажи вина? Конечно. Конечно, мы поднимали этот вопрос и в фильме. Мы говорили о разных формах. И некоторые формы для меня даже стали революционными. Например, мысль Николаева о том, что он собирается выпускать вино в алюминиевой банке. Это было, в общем, достаточно таким вызовом интересным с его стороны. Ну, не знаю, пойдет ли он дальше. Действительно, мы увидим это вино в банке. И, например, тот же Гунько, который там поменьше хозяйства явно, чем Левкадия, и он тоже сказал, а почему бы и нет? Вот. И для меня степень прогрессивности наших виноделов в этом вопросе, она была удивительной на самом деле, потому что можно, оказывается, экспериментировать. Мне кажется, что это именно нетрадиционный способ продвижения. Это может быть за счет определенного формата. Вот возьмем банки, как мы говорили, да, и возьмем какие-то новые... Когда упаковка двигает продукт. Например, да, потому что... Почему другая упаковка? Потому что она отвечает другому стилю жизни. Банки в Америке очень популярны и очень хорошо продвигаются, потому что, когда ты берешь с собой, не знаю, там, на пикник вино, если ты возьмешь бутылку, тебе, во-первых, нужен штопор, поэтому появились скрутопы, условно, да, а дальше тебе еще нужны стаканчики, чтобы это все разлить, и нужно стаканчики потом это убрать, а тут банка, она компактная. Вино – это эмоция, а эмоция, она подразумевает под собой некую прелюдию. То есть, однозначно, когда мы открываем бутылку. В этом году мы хотели тоже сделать винтовую пробку, и я проработал уже всю концепцию, но так получилось, что в самый последний момент мы вернулись к микроагломерированной натуральной корковой пробке и используем ее, в принципе, довольны этим выбором. Но на будущий год с базовой линейкой мы рассматриваем все-таки возврат к винту. И потому что потребитель готов, люди уже понимают, что это удобно, что это современно. Да, современно, да. И опять-таки, отвечая на вопрос, да, это элемент продажи. То есть каждый какой-то элемент украшения или же элемент удобства — это способ продвигать свою продукцию. Человек, который подходит к полке, и он думает о том, что ему идти на пляж, и у него нет ножа сомелье под рукой, он возьмет себе винт и будет счастлив, потому что можно закрутить, перейти на другой пляж. Какие-то вина будут с белой этикеткой, с которыми мы экспериментируем. Угу. У них будут и бленды какие-то, может быть, когда-нибудь. Пока это моносортовые все вина. Пока мы как бы не достигли экспериментов в моносортовых винах. Вот то, что мы вышли на черную этикетку, это то, что мы закончили экспериментировать с тем или иным сортом. Да? А вот то с белой этикеткой, значит, мы еще проводим эксперименты. Ищем тот уровень, который нас бы устроил. Скажите, а дизайн этикетки черной, насколько мне известно, взял у вас медаль на конкурсе? Да, в Барселоне международный конкурс был этикеток винных, и мы, не мы, а фирма, которая нам делала эти этикетки, да, отправила свой релиз, да, и там они взяли серебро по этой винной этикетке. Просто понимание, вот черная этикетка, это квадраты, это наши поля с разными сортами.
И вот эта идея, да, видите, вот ровные ряды, да, да, ну вот ровные ряды, это символизирует наши сорта, которые мы делаем. И вот этот, это, как это сказать, эта идея вот понравилась экспертам, и они признали эту этикетку одной из лучших и дали серебро среди всех этикеток, которые были представлены со всего мира. А отмечаете вы зависимость от количества продаж и вот этикетка черная? Ну вот, знаете, черная этикетка лучше продается в ресторане, потому что на нее надо смотреть вот рядом, перед тобой. А на полке в магазине, в сети, да, должна быть белая этикетка, которая видна сдалека, и вот хорошее название. Ты вот пришел в супермаркет, ты ищешь рислинг, да, вот этот рислинг вот наш, он уже далека видно, что это рислинг на белой этикетке. Черная этикетка в супермаркете, не видно ее. Кто работал и с хорикой, и с розницей, они очень четко понимают разницу в требованиях к этикетке. Да? Харийная этикетка – это скромная такая девушка. Это очень скромная, она не выпячивает себя, она потом все о себе расскажет. Да? Да. Но она просто должна, мы должны минимум знать, как ее зовут. Да? И вот на ней написано это скромным таким шрифтом. Обычно на каком-то нейтральном фоне, там, белом, да, что-нибудь такое. И вот это вина для хорики, потому что там их продвигает вам сомелье, вы, там другая технология продаж. И в этом смысле требования к этикеткам для ритейла – это, конечно же, читаемые шрифты, да, это узнаваемость внешнего вида, вот просто бросил взгляд, да, и сразу увидел. Но все больше и больше примеров мы видим, когда этикетка, например, не белая, она какая-то оригинальная, или там какая-то мультяшная картинка, или какая-нибудь. Ну вот, например, да. Ну, это не пинап, да, но. Это не пинап, да. Вот это, видите, OneSurfing. Красивая этикетка для молодежи, можно сказать, да? Вот на веселовку куда-нибудь, на кайтовый спот, на серферский спот. Это прекрасное решение. Такое же белое, например, есть. Или, вот видите, например, мы давайте посмотрим, какие этикетки были у Alma Valley и какие стали. Вот это вот новая этикетка. Ну, не могу сказать, что это что-то вычурное, да, но она вполне элегантная, я думаю, будет узнаваемая. Значит, коммуникация, винодельня. Тебе нравится? Мне это больше нравится, чем их предыдущее решение, вот это. Да? Да, мне это больше нравится. Другие примеры. Ликурия достаточно интересная. Ликурия прекрасная, я считаю. Ну, вот они с точки зрения дизайна, они, когда-то нашли правильный подход. Вот эти цветовые гаммы, которые парами являются к сортовому составу, это очень, мне решение нравится, очень. Дикаспика, кстати, тоже вот здесь многое говорит об этикетке, да, вот у нас есть белое вино, есть красное. Неудачное, ты считаешь? Там за это. Да, неудачное. Что тут делаешь? Здесь соотношение цена-качество. Мы не можем в магазине каждом. Сейчас стоит 350 рублей. Продавалось по 269. 265 продавалось. Да? Да. Ну, это же хороший кабинет. Это уже второй заход, да. Вот видите, например, вон там рислинг стоит, да, похожий. Это солнце, море, да, горы. Разные цвета у них на разном сортовом составе. Тоже считаю, что вполне нормально. Или, этикетки. Есть белые этикетки, но которые несут интересную коммуникацию о винограднике. Есть, конечно же, так себе. Но что я хочу сказать. Здесь нет решений, по-моему, универсальных, да, стандартных. Научили делать этикетку – сделал. Да? Ведь что такое вино, и нашим российским производителям нужно об этом задумываться. Это география, история, место, да, там название географического, в том числе, еще чего-то. Есть же у нас места в крае, да, или там, в Крыму, или в винопроизводящих регионах, которые там такая-то балка, а это вот такое-то, люди знают это. И вот если мы чаще будем доставать вот эти вот имена, идущие от географии, и потом их продвигать, это хорошая, будет очень-очень правильным решением. Бывает так, что ты же не можешь всю Россию прогнать через винодельню, хотя через какие-то там 10, там, может быть, 30 лет все пройдут через Шато Пино.
Но когда твои дети, твои вина выходят в свет, отправляются на большую землю, то есть в Россию, в Урал, может быть, в Москву, то ты уже каждому потребителю не расскажешь о том, как здесь прекрасно. И тогда твоим главным коммуникатором становится бутылка, правильно? Конечно. Этикетка, конечно. Этикетка, пробка, да, упаковка, это лицо, ее стиль. Да, вот да. У вас, причем мы видим, что у вас, ну, такое буйство фантазии и каких-то новых идей. Вы в этом году взяли звание «Винные хулиганы года». Со своей линейкой «Шары колдуна» и с названием. Вы прям... Ну, на самом деле, в виноделии работает очень много креативных людей. Очень много. Мы там в том числе. Многие чем-то зашорены. Многие чего-то боятся. В один прекрасный момент я понял, что, ребята, все, стоп, мы ничего не боимся, делаем так, как у нас вот на душе. Поэтому у нас получились вот такие этикетки, какие мы. Кому-то не нравится, вот, кому-то очень нравится. Но могу сказать, что равнодушных людей не нашлось. Ну, я бы не назвал ваши этикетки эпатажными, они оригинальные, но в них нет ни пошлости, никакого кича. Ну, посмотрите на нас, мы же не поняли, мы нормальные люди, мы просто там веселые, там, со своим креативом. Риоха, да? Что мы видим? Вот все же понятно, да? Да, в общем, вот абсолютно все понятно. Есть марка региона, да? И это марка петух, и это марка региона, говорит нам и о стране, и о регионе происхождения винограда и вина. Возьмем любую другую там этикетку, да, вот это вот Валенсия. Ну вот, ну, пожалуйста, тут вся коммуникация, которая нужна, есть. Но регионы, которые лучше продвигают свои вина, ну, регионы винодельческие, я считаю, они действуют, ну, они делают красочные, понятные. Эти вот марки похожи на пиктограммы, ну, которые легко считываются покупателем, которые легко запоминаются. И это решение, как я говорил, оно универсальное. Сделать общий стиль российского вина нереально, потому что слишком много разных терруаров. Прибрежная, предгорная зона, Дагестан, не знаю, там Ростов. Это все разные, принципиально разные зоны. Невозможно сделать одно и то же вино, даже похожее вино в этих зонах. Так вот, зато апелласьонами, безусловно, можно оперировать на глобальном рынке. Поэтому, когда мы выходим на глобальный рынок, да, мы вино России, но мы Левкадия Валь, Долина Левкадия. Разные производители, разные стилистики, но есть что-то общее, что-то похожее. Ну, здесь там прохладно, то, что мы говорили, да. Здесь больше осадков, чем на побережье. Здесь получается более свежие, более минеральные вина, больше кислотности. Почему здесь хорошо получаются игристые? Потому что здесь реально за счет природной, естественно, кислотности, живучесть, то есть эволюция и время на осадки, это все больше получается. Поэтому вот в моем понимании для потребителя нам нужно начинать объяснять, что в России есть разное вино, и хорошее, и плохое. Есть зоны, которые по качеству лучше и хуже, это чистая правда. И на глобальном рынке вот для нас вот эта идея, то, что вы говорите, кластер, да, она является ключевой, поэтому я всегда, когда куда-то езжу, я всегда привожу с собой соседей, я имею в виду вина наших соседних хозяйств. Для продвижения вина хорошо работает объединение по региональному признаку. Бордо, Бургундия, Кьянти, Саве. То есть можем мы в России создать такие объединения? Геленджик, Анапа, не знаю, что еще там, Крымск, да, то есть вот и продвигать такими терруарами. То есть, у кого есть желание этого делать? Это самый простой способ продвижения, есть же вот СРО, им предоставлены права. Но у них нет желания объединять и производить один и тот же вин, даже стандарт. Я имею в виду, ты можешь поставлять Гастагаевка и Собгары вокруг стола, они не будут согласовать, делать какое-то вино стандартное для Крымского района. Мы говорим о стиле, в общем, то есть не будут. Но стиль он и есть, и можно просто действительно дегустировать побольше по региону, это действительно. Да. Но первый шаг – это описать эти регионы. Да. А все начинают это делать. Теперь ЗГУ – это даже люди будут искать вину ЗГУ. И чем больше они будут,
чем больше стиль каждый регион будет ясно. Uh-huh. А, типа, вино Геленджика – это плотные сосрели красные вина, uh-huh. И ограниченные парты билои, которые дают ассортимент побольше и которые можно потреблять на берегу, например. Ты говоришь о Крымск. Крымск, наверное, надо больше сфокусировать на билои, на очень классные билои, выдержанные билои, на игристые, на такие вины. И наоборот, делать красные вины, но красные вины более точные и может быть, по объему поменьше. Никто не хочет здесь, понимаешь, прописывать правила, такие, как прописываются в АЛЦе. Ну, не надо. Да. Еще раз, не надо. Пока надо писать, что да, вино из отсюда. А потом потихоньку люди будут сказать, я люблю билое из Крымска, я люблю красное из Геленджика. И так и будет. И сам по себе виноградары, они будут меняться. Они будут видеть, что их не первые. Они захотят соответствовать ожиданиям. Нужно понимать, что мы еще пока не готовы придерживаться одного стиля. Мы еще этот стиль сами не знаем. Мы не нашли свой стиль. Не нашли. И слава богу, что не нашли. Мы еще должны поискать. Люди в Европе искали вот 300-500 лет. Да? Вот. А мы хотим за 2 месяца, за 2 десятилетия поймать. Да? Не получится так. Те же самые хотя бы 100 лет мы должны экспериментировать. И слава богу, что мы экспериментируем. Мы ищем разные сорта, разные направления. И вот у кого что получится. И вот я здесь вот сажаю, тут выкорчевываю нещадно эти виноградники, которые мне не понравились, как они ведут себя. Я пытался в нашей поездке, в нашей экспедиции, при съемках фильма, подвести к выводу наших виноделов, наших владельцев виноделин, подвести к выводу о том, что мы могли бы наподобие консорциумов Италии, например, объединяться и продвигаться названием географическим, такими как Саава или Кьянти, но при этом Брунелло, при этом ответы были достаточно неоднозначными, и на сегодняшний день можно сказать, что общий вывод такой, что мы к этому не готовы. То есть мы, во-первых, не прожили еще этот, не прошли этот огромный длинный путь, который прошли итальянцы, французы. У нас не сформировалась общность, ну, допустим, Саавы – один сорт винограда, там, один общий, базовый и наиболее распространенный, в Кьянти – это 100% один сорт винограда. Вот, да, там, и у нас такого нет. Вот у нас нет вот этих объединений ни территориальных, ни виноградно, так сказать, возделываемых. Вот. Но наиболее сейчас близки все-таки к тому, чтобы объединиться и выступать общей маркой, на самом деле, все-таки севастопольцы. То есть я знаю об их деятельности, которую они ведут. И СРО «Винодело Севастополя», оно проводит совещания, оно устанавливает категории, оно вводит понимание того, что если написано «Севастополь», на бутылке, на этикетке, то это уже определенный уровень качества. Но это связано и с патриотизмом севастопольцев, в том числе, и с тем, что там достаточно мощная молодая диаспора виноделов, ты их всех знаешь. И, в принципе, я думаю, что вот они наиболее близки к этой модели. Что касается всех остальных, я думаю, что тут не год и не два, а десятки лет должны пройти, чтобы здесь что-то подобное случилось. На сегодняшний день пока СРО виноделов не готовы к тому, чтобы создать вот эти объединения и продвигаться, используя общую марку объединений. Я хотел бы сейчас сказать вот такую вещь, которая, возможно, не очень популярна, и она, может, у меня там каменья полетят, но важный момент заключается в том, что мы должны решить для себя проблему с балком. Да? Например,
есть категория Vin de France во Франции, которая разрешает добавление зарубежных материалов. Я не помню процент, к сожалению. Вот. Но мы должны понимать, что у нас есть категория ЗГУ, В защищенная ВЗНМП, есть категория, но у нас нет категории вино России, столовое вино России. Например, производитель находится на Кубани, ну, так вряд ли будет, производитель находится в Крыму, но покупает вино с Кубани. То есть и то, и другое виноматериал, он из российского винограда. Но это вино почему-то не может быть российским по нашему законодательству. Странно, согласись. То есть это первый момент. То есть нам нужно введение категории российское вино столовое. Потому что, ну, оно уже, грубо говоря, ЗГУ, оно будет выше, потому что он только из своего региона берет. Да и то, оно, ну, качество оно может быть также не выше. И второй момент, я считаю, что нужно разрешить добавление вот в это столовое вино, добавление импортного виноматериала. Почему? Потому что крупные производители в неурожайные годы, да и просто в объеме, могут терять из-за того, что они имеют договора с сетями на определенный объем. Они эти договора не выполняют, получают штрафы, получают потерю ввода в сеть, получают потерю потребителя. Значит, если неудачный год, материал получился не очень удачный, например, он малотельный и, допустим, там высококислотный, ты можешь корректировать его более сильным материалом из Испании, из Нового Света. То есть я считаю, что такое разрешенной доли может быть порядка 50%. Возможно, это много, но ничего страшного. Это российское на 50% вино. Это как бы такое полукровка, который, в принципе, на 50% российские, пускай добавляют 50%, почему нет? То есть главное, еще раз, в логике развития винного рынка, в логике управления государством, производителями вина должна быть простая, всем понятная правда. Потребитель должен получить качество, соответствующее тем деньгам, которые он платит. Вот и все. Мы должны найти сегодня свое лицо перед потребителем. И об этом мы будем говорить в нашем в цикле нашего сериала «Вино из России. Время больших ожиданий».